знаете? Должны бы. Наверное, вы хотите, чтобы я сказал вам что-то. И во что мне это обойдется? Время заканчивается. Отдам за просто так. В этом телефоне есть информация о русском торговце оружием по имени Амир Кафаров. Он был близко знаком с вашим старым другом Аль-Баширом. Вы знали? Зря время тратим. Извините, я вроде еще не закончил. Вы знали, что Кафаров и Аль-Башир работали вместе? Я знаю только, что нас перебросили из-за информации в этом телефоне. И куда же? В Северный Иран. Считалось, что Кафаров там, и пропавшие бомбы у него. Считалось? Кроме вас никто не слышал так называемое признание Аль-Башира. Послушайте, надо остановить Соломона. Вы говорили по телефону, он здесь. Ваша история может что-то и есть, но нестыковок по-прежнему много, сержант. И в следующую ее часть особенно трудно поверить. Ну ладно. У Кафарова вилла в долине Гелат. Мы направлялись туда, а там возникли осложнения. Всем привет, друзья! С вами спикер и Батуфу 3. Мы Хорошо. Продолжаем наше приключение. Жилье Кафарова на другой стороне долины. Давайте сразу послушаем ребят. Гелат. Так что же это за мужик? Чувак из контактов Аль-Башира, торговец оружием. Это все, что они знают? Это все, что мы знаем. Он может быть связан с бомбами. Всем позывные бродяги, двигайтесь к 1-6 на запад по красному пути. Был контакт. Отбой. Вас понял. Можете подтвердить размер? 1-3, больше у меня информации нет. Конец связи. Эй, Маткович, просыпайся. Хватит дрыхнуть, воин, стоп. Хватит дрыхнуть уже. 34 минуты. Я спал 34 минуты. Видел сон, как пью молочный коктейль. Что это означает? Это плохой знак, мой друг. Мы уже, походу, в засаде. Вытаскивай свою задницу и давай уже отстреливай плохих ребят. Ух, нам реально уже подбили. Что у нас есть, друзья? У нас есть гранатомет. Ну-ка попробуем гранатометом. Вижу, ребят. Слушай, это было чертовски больно. Он живой еще остался? Я не понимаю, как он остался живой, если гранатометом? Теперь нормально. Так, хорошо, включаем одиночную... Так, одиночный. И пошара уже, пошла потеха. Так, идем в атаку. Я пойду, наверное, с фланга. И ребята уже просто жетончиков парочку сниму. Вот, по заднице. Слушай, что за задница меня прессует? Так, я вижу. Так, готов. Так, я пошел вперед, ребята. А вы меня прикроете? Нет, походу. Не прикроет меня, ребята. Это где-то в кустах, походу. Засел. Кинем гранату, да? Где-то в кустах. Так, вперед давай, мой друг. Вперед уже, как герой-одиночка. А вот он стоит. Готов. Кстати, у них хороший камуфляж. Я их плохо вижу. Такая еще тень. Так, о, сколько ребятишек уже? Так, у меня пошла перезарядка. Так, в ту сторону. Бросай гренку. Разберемся с одним, вторым. У них реально крутой камуфляж. Я их не вижу практически. Так, нет, вижу. Можно было жетончик снять. Ну, в принципе, не будем церемониться. Так, все, походу, готово. Кто это такие? Так, вот вижу отметочку. Ну-ка, подождем, ребятишек. Пришлось всего одного делать. Так, давайте, сдержим сектор. Вот черт! Русские десантники. Настоящие русские, что бы это значило? Может, они работают на Кафарова? Слушай, Стив, как бы там ни было, мы тут слегка в невыгодном положении. У нас есть задание. Эти бомбы. Это бродяга. Давай-ка это обсудим. Давай обсудим. Так, веди, мой друг. Веди меня куда уже на поле битвы. Так, я вижу отметку. В принципе, могу и сам без вас уже идти. Так, окей, есть еще оружие. Гранатомет и все. Да, ручной гранатомет и автомат. Ну, все, в принципе. Оптика, в принципе, достаточно хорошая. И где наши ребята? Вот наши БТРочки, которые поехали другой дорогой. Так, мы пришли, и что? Ох, какая красотень. Очень зрелищно. Друзья мои, это, походу, десантники. Их очень много. Русский десант.
Так, истребитель. Слушай, ну реально, боевые действия. Так, с кем нужно поговорить? Десантирование исключает прямую дорогу. Что за хрень там творится? Такие рты открыли. Особенно так смотрится прикольно. По тебе стреляли? Да. По военной доктрине надо отвечать огнем на огонь. Это не война, чисто технически. Понимаешь, о чем я? Сколько десантников. И нам придется всех их убивать? Мы должны попасть туда первыми. Думаешь, русские здесь просто так? Они прикрывают свою жопу. Да, друзья, это будет просто жесткая битва. Пойдем уже, пойдем в атаку, друзья. Давайте. Скажите уже в атаку. Охренительно! Монтес, ты слышал приказ? Пошли. И мы спускаемся уже в долину смерти. Обалдеть. Я жду, чувствую, там будет жесткая перестрелочка и много жертв. Ну, судя, десант уже приземлился. Я не вижу, где именно еще пока что. Так, ребята, моя задача какая? Спуститься и на подавление? Так, я видел, джип проехал. Вон, ребята, я вижу, ребята уже и гасим, походу. Русских гасим. Нормально. Так, погоди, нужно найти хорошее местечко. Так, это БТРочка приехала. Ох, наши БТРки приехали. Супер, супер, конечно. И мы начинаем уже... левый фланг, левый. Ребята, давайте под левый фланг. Так, это, походу, наши машинки. И мы начинаем уже перестрелку. Так, ох, сколько там оружия будет. Сколько патронов, оружия, гранат будет. Так, я говорю, левый, левый держим. Так, давайте, ребята, тут встану. Потому что здесь никого нету. Слушай, ну довольно жестко. Жестко перестрелка начинается. Это чей будет? Ты чей будешь, друг мой? Готов. Кто-то нас с фланга обижает. Обижал. Ребята, прикройте. Ребята, прикройте реально. Кидай гренку. Гренку туда. Так, у меня перезарядка идет. Так, готов. Слушай, еще самолеты летят. Походу, там еще десант идет. Я уже от бедра стреляю, пытаюсь. Вижу еще фонарик какой-то. На подавление. Ребята, идем в атаку. Идем в атаку уже. Так, пардон. Пардон. Ребята уже пошли вперед. Так, работаем гренами. Нет, у меня уже грен больше. Ух ты, вот это было жестко. Что это было такое? Походу, гранатомет. Ребята, дайте мне хороший пулемет, и я им покажу. Пулемет на сош, как это было бы круто смотрится. А, кто там? Кто там прессует? Чья машинка? Держи! Взорвем парочку машинок. Так, у меня закончились патроны. Да, этот, походу, уже... Да как тебе попали? Тебя уже практически убили. Там, походу, машины противника с пулеметом. Так, ребята, где еще? Я не вижу. Так, идем в атаку. Я пошел в атаку. Вы как хотите, мне нужно брать их за жабры. Так, гренка была. Сейчас мы обойдем и возьмем пару жетонов. Так, у меня гранат нет. Почему нет гранат? Я уже вроде много трупов обошел, но я не вижу гранат у себя. Так, готов. Сколько крови было. Так, ребята, я пришел первый, десант еще есть, так что будет еще много мяса. Так, машины все взорвались. Я хотел как-то взять за пулеметик. РПК. Ну, в принципе, хороший. Давай хорошая винтовочка. Так, где она? Я вроде бы взял, а ее нельзя поменять. Ребята, что вы там стоите? Идем в атаку. Так, у меня отметочка. А, давай поговорим. Мы должны добраться до другой стороны долины как можно скорее. Есть сведения, что русская пехота движется на север. О, у меня РПГ есть. Они пытаются добраться до Кафарова. Именно он нам и нужен. За ним мы и пришли. Выдвигаемся к следующей точке. Задание всем ясно? Всем понятно. Ну, вперед и вперед, мой друг. Контратака! Контакт! Впереди, в деревьях! Живая сила! 200! Быстро! Вижу, вижу. Враг в укрытии! Прямо! Прям по курсу враг. Отлично, слушай, мне напоминает это какой-то Вьетнам. Атакуем, атакуем. Ребята, нужно идти в атаку. Ох, машина приехала. Это чья машина-то разокаталась-то? Так, берем уже РПГ или гранатомет. Ох ты, блин, тут... О, погоди, мой друг, сейчас найдем РПГ наше. Сейчас мы разберемся.
Так, на подавление, а я встаю и стреляю. Ох, красота будет. Там в атаку идет уже. Укрытия уже нет никакого. Так, умри, умри, тоже умри. Она еще жива и гасит наших. Я думал, с гранатомета. Нет, не добьется. Давай быстренько перезарядку. Нас прессуют жестко. Ох ты майга. Что происходит? Прикрытие, ребята. Нужно прикрытие хорошее. Сейчас мы уничтожим ее. Я же попал. Я же попал точно же в нее. Давай еще разок. И давай еще разок прям вплотную. Ох, да, взрыв. Так, укрытие. Укрытия уже нет никаких. Кто? Кто хочет РПГ? Держи. Сейчас рванет. Укрытие твое и ты сам. Так, убегает куда-то. Так, ребята, в атаку. Я пошел в атаку. Ребята тоже пошли в атаку. Мы уже вручную. Давайте вручную. Идем колонной. Так, а можно сесть внутрь? Я хотел сесть за пулеметик и... По моей команде. Пошли. Довольно жарко было. Так, нужно все перезарядить. Подготовить все. Направо, направо. Направо, секунду. Сейчас сниму пулеметчика. Погоди 2 секунды. Готов, кажется. Так, ребята, давайте на подавление, я пока что перезаряжу. Все, что-то взорвалось в кустах. Слушай, еще десант, сколько десанта? А где наше подкрепление? Готов. Один выстрел, один мертвый. Так, есть еще, ребята. Так, у меня есть гранаты. Значит, будем работать гренками еще. Так, тихо, спокойно. Так, ребята, по другой стороне дороги. Так, не выражайся. Нормально, все адекватно. Так, какие-то взрывы. Кидаем гренку туда, разберемся. Походу, какой-то РПГ пролетел возле меня. Да, атакуй, атакуй. Еще одну гренку пошла. Ух, подлетел сальто. Сколько это мяса? Ребята пошли в атаку, что ли? Так, нужно стоять здесь и на подавление. Пускай помучается. Он еще живой. Нет, все, готов. Уйди, уйди с обзором. Стоит? Селфи какой-то делать стоит. Чувак, ты что гонишь? Пошла гренка туда еще одна. Так, ребята, дамы. О, так, спокойно, нужно ХП поднять. Так, ХП поднялось? Нет еще? Так, ребята, я пошел в атаку, нужно зачистить все это дело. Куда идти? Ух, жарко, жарко было, друзья. Так, мы пошли вперед, значит, мне тоже вперед нужно идти. Справа. А, справа, справа. Я не вижу справа, где именно. Очень большая площадь. Огонь на подавление. Работать по секторам. Есть. Так, сектор, это кто? Кто такие ползают в камнях? Ребята, гренок у меня уже больше нету. Придется и рабочий гранатометом уже. Так, держи. Ох, там жарко было, как его кинуло так. Ну-ка, еще разок. Ох, весело. Слушай, у меня хороший камуфляж. Мне нравится, такой темный. Я пошел в атаку, обойду и с флангом. Прям в меня целится. Возле бочки бегаю. А тот жетончик. Наш жетончик готов. Так, я слышал какой-то жесткий пулемет. А, это на пулемете. Так, гренок у меня нету. Так, готов. Ух, сколько там ребят. Берем гранатомет и гранатометом работаем. Ох, неплохо. Неплохо попал. Так, я вижу справа никого у нас. Так, слева еще один гранатомет пошел.
где наши БТРки, кстати, вот наши БТРочки. Я пошел в атаку, вы меня прикройте, нет, там слишком много. О, нет, все-таки вернусь обратно. Все, готов, готов. Все-таки пойду. Пойду я вперед. Надо выбраться из-под продольного огня, а то жопа совсем. Мне нужно парочку гренок собрать. Где трупы наши? А вот все собрал. Все, гуд. И что у нас там? Танки, что ли, БТР? Ну-ка, где наши РПГ? Так, где мое РПГ? Не могу понять. Вроде бы... Вот, нашел. Давай быстренько перезарядочку и устроим. О-о-о, прям возле нас. Прям в жопу нужно ей. Отлично, еще один будет сейчас снаряд. Так, еще с другой стороны. Так, готов. Слишком, слишком далеко, но я попробую прицелиться. Вроде попал. Там еще на подавление. Да, вижу еще парочку ребят. Сейчас, ребята, держитесь, держи РПГ. Все, это был последний снаряд. Какой сектор держать? Слишком много их. Ребята пошли в атаку уже. Я тут в БТРке разбираюсь с пехотой еще. Они только просто идут вперед и все. Подходим уже к какому-то мосту. В атаку, ребята. Что мы встали тут? Кого ждем? Сержант Кампо, настраивай. О, сэр, там были патрончики, кстати. Нам не потянуть против бригады русских. Возможно, стоит еще подумать. Это маневренная война, сержант. Если не нравится, можешь палить в гребаные ВВС. Джентльмены, вы меня ни разу не подвели. Я надеюсь, что и сейчас вы сможете выполнить задание. Так точно, сэр. Нет, Стив, прости, но это совершенно никуда не годится. У меня есть серьезные опасения. Сержант Кампо, Блэкберн, действуем по плану. А вот и крылышки. Только не наши, да? Он нас видел! Он нас видел! Да он возвращается! Вот же сраное дерьмо! О-о-о, бегим, бежим, бегим! Черт! Подобьем! Где стингеры? Транспорт! Дерьмо! Опять возвращается! Укрытие, ребятам. Укрытие скорей. Так, мне нужно следовать за тобой. Стингеры в машине были. Это где последний. Стингеры? В какой машине? Придется. Давай, вперед! Быстрее! Вот оно! Очень жарко, очень жарко. Где, где Стингер? Покажи мне. Стингер. Он в кроулере. Мы тут, блядь, отрезаны! Не высовываться! Пошел, пошел, так, пошел. Вот он. Вот он летает и делает заход. Заход делает. Ложись! Дверь какая-то открылась. Куда бежать, друг? Куда? Где твой стингер? Так, он делает заход. Вперед! Вперед! Не выйдет. Давай, пошел, пошел! Ну, он там, сука, обломками засыпало. Вот, вижу, вижу, есть отметочка. О, стингер, стингер, быстрее, с другой стороны. Давай-ка поднимай, поднимай его. Где? Цель? Вижу цель. Все, пошел наводочка. И родной, давай, полетели. О-о-о, прям на нас, прям на нас. Давай еще одну. Нормально. Ребята, вы живы? Ладно, я знаю, что вы думаете. Может, если бы я поступил иначе, они еще были бы здесь. Это война. На войне всякое бывает. Так, у нас есть задание.
Нам нужно добраться до Кафарова и сделать это первыми. Неважно, там бомба или нет. Нет никаких нас. Есть мы. И есть ты. Это дело для морпехов. Вы идете со мной?